приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о топ-5 новых фишек, которые я вам покажу в Excel. И первый из них — это добавление определенных критериев к государству. Каким образом это делается? Мы заходим в «Ставка», «Данные» и выбираем «География». Далее программа автоматически определяет, какая страна написана, и предлагает параметры заполнения. То есть мы можем вставить данные и выбрать, например, название страны. Следующим примером вставки данных у нас является эта вставка самого большого города в этом государстве. Далее мы также выделяем и добавляем данные, допустим, о размере армии. Теперь мы видим, что в стране России у нас армия практически 1,5 миллиона. Следующий пример по тому же принципу можно провести и с акциями компаний, которые у нас выявлены. Обратите внимание, что сверху у нас показана информация, да, то, что данные автоматически не обновляются, их приходится обновлять вручную. После чего мы можем добавить индустрию, да, название компании, как она на бирже объявлена, и, допустим, описание, да, чем именно компания занимается. Для того, чтобы сделать ссылку на таблицу, мы пишем равно B6, ставим точку и указываем критерии, которые нам необходимы. Например, индустрия, в которой работает компания. Следующая функция – это функция HPR. Да, именно так я ее назвал, потому что в английской версии это функция XLOOKUP. В русской версии ее пока нету. Да, вы можете скачать код под видео, я вам оставлю файлик, и ей пользоваться. В чем ее удобство? Допустим, мы пишем функцию HPR, пишем искомое значение, выделяем таблицу, где у нас находятся данные. Если данные находятся слева от столбца, мы указываем в отрицательный столбец, без учета столбца, в котором находятся данные. То есть, если нам сейчас нужно перенести количество, это у нас будет минус 1. Да, если нужно было перенести продукт, это у нас минус 2. Ну, соответственно, вправо по тому же принципу, если магазин, плюс 1. Эта функция довольно-таки новая, если вы хотите, чтобы я снял отдельный обзор на нее, поставьте лайк и сообщите об этом в комментариях. Следующий пример – это с использованием воронки продаж. Диаграмма появилась относительно недавно, и для наиболее лучшей визуализации мы можем увеличить текст и сделать заливку под данными. То есть выбираем оранжевый и ставим размер шрифта побольше. Теперь человек, которому сложно воспринимать таблицы, глядя на этот график, послезится и скажет, да, это именно то, что я искал. Следующий пример. Мы строим данные для обработки. И эти данные очень удобны в плане визуализации на 3D-карте. Мы можем поставить подписи данные, мы можем сделать плоскую карту. Также мы можем выделить области, с которыми мы сейчас работаем. Что является, в принципе, очень удобным. Закрываем карту и как альтернативу можем выбрать картограмму. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал, ставим лайки. В комментариях пишем вопросы, если такие возникли. До связи!